Это мое спальное место. Каждое утро мы встаем в 7 утра, поправляем кровать, чтобы все было ровно, чистенько. Новым домом исправительный центр для Максима Насибуллина стал в июле. Жить ему здесь 6 месяцев за то, что не захотел год служить в армии. Молодой человек осужден за уклонение от воинской службы. Рассказывает, прослыть нарушителем даже и не думал. Просто настолько бурно отметил проводы, что с утра не смог проснуться и пропустил армейский поезд. Вызвали меня через полгода на суд и дали штраф 20 тысяч. На этот штраф я, грубо так говоря, в общем, забил. Не оплачивал, ничего не делал. Ошибку, если честно, свою я понял еще тогда, когда не встал. Просто там уже сделать ничего нельзя было. Ну, как бы, да, ошибка есть, как бы, я сам приехал исправлять ее, исправлять себя. Исправительные центры в 2017 году начали работать в 11 регионах страны, пока в экспериментальном режиме. Это новый вид наказания. К принудительным работам приговаривают за впервые совершенные преступления небольшой и средней тяжести. Сейчас в исправительном центре при 10-й колонии трое осужденных, в том числе из других регионов. Помимо уклониста, еще вор и мошенник. Где они будут трудиться, решает администрация центра. На работу в буквальном смысле далеко ходить не надо. Все трудоустроены в колонии разнорабочими. Получают зарплату, равную МРОТ. Всего центр рассчитан на 35 человек. По правилам, живут осужденные здесь, питаются и оплачивают электроэнергию из своего кармана. В тот момент, как он прибывает, мы с ним проводим, соответственно, беседы о том, что какие здесь правила, какие у них права, обязанности, что им запрещено, какие меры дисциплинарного воздействия за то, что они могут нарушить правила внутреннего распорядка. Если он будет в алкогольном опьянении, то это будет сразу же замена лишения свободы. В первую очередь им запрещено пить и покидать без разрешения администрации исправительный центр. Свободы у здешних осужденных достаточно. Им разрешено иметь сотовые телефоны, компьютеры, банковские карты, получать посылки, к ним беспрепятственно пускают родственников. Чтобы организовать досуг, в исправительном центре есть библиотека и спортзал. В свободное время мы занимаемся спортом, чтобы держать себя в форме. Кто-то занимается железом, я лично в брусьях люблю делать. Срок пребывания в исправительном центре может достигать 5 лет. Чтобы у осужденных не случилось депрессии или нервных срывов, на протяжении всего времени с ними работают психологи. Диагностика, психокоррекция, арт-терапия – все, что мы используем в своей работе. У них, если даже случаются какие-то семейные проблемы, то есть мы работаем и созваниваемся с родственниками, решаем какие-то такие вопросы. Допустим, они обращаются по личному. Не только что связано вот с этой вот категорией, что они здесь. Главная задача сотрудников исправительных центров – выстроить воспитательную работу так, чтобы осужденные больше не совершали ошибок. Что касается Максима, уже в январе он вернется в родную республику Мариэл. Говорит, намерен пойти служить по контракту. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».